Меня зовут Евгений, моя фамилия Селин. Я живу в городе Донецке, на Украине. Мне 34 года. Первый опыт, это мне было тогда 15 лет. Я из любопытства просто хотел попробовать, затянуло на следующий год. То есть мне было 16 лет, я уже конкретно сел в систему. И в 17 лет я очутился в колонии. Близкие тогда были в шоке. Не знали, что со мной поделать. После того, как я отсидел в колонии полтора года, я переехал сюда, Донецк, на Украину, только лишь с одной целью – бросить наркотики. Я постоянно находился в борьбе с собой. Несколько раз лежал в клиниках, в наркодиспансерах, у разных врачей, мне делали детоксы. Ну, как бы все эти попытки были безуспешны. В 2008 году я узнал, что есть программа «Заместительная терапия». Употребляю всего лишь в день свою назначенную врачом дозировку. Это позволяет мне не думать о наркотиках, позволяет мне полностью быть свободным. Я как бы начал опять думать о своем будущем, начал думать о семье. Так я стал работать, неплохо зарабатываю, у меня как бы свой бизнес. Хочу сказать огромное спасибо тем людям, которые предоставили возможность мне получать лекарства. Моя жизнь полностью изменилась. Полностью. Спасибо всем огромное.